Новый фильм Вуди Аллена откроет Каннский кинофестиваль. Ленту «Красивые люди» покажут в рамках внеконкурсной программы. В картине засветилась плеяда знаменитостей, среди них Кристен Стюарт, Джейси Айзенберг, Стив Карелл и другие. Действие мелодрамы разворачивается в 30-х годах прошлого века. По сюжету герой Айзенберга приезжает в Голливуд в надежде получить работу в киноиндустрии. Каннский фестиваль начнется 11 мая и продлится до 22-го, когда коллегия жюри во главе с Джорджем Миллером объявит победителей 69-го кинофорума. Редактор